Друзья, всем привет! Это мой новый влог и мой новый имидж. Теперь я буду ходить с челкой. Смиритесь. Вы не верите? Это правда. Вот, потрогайте, она настоящая. Это мои волосы новые. Добрый вечер, в эфире Вести Коротко. О главных событиях уходящего дня. Маша Кольцова написала новую песню. Была бы так. Больше не спою, больше нельзя. Как дела, Маш? А вот, Маня, давай, что мы сейчас идем через храм Христа Спасителя, музеон, потом в парк Горького, пить водичку вкусную, лимонадики, отдыхать. Ну, это все то, что я говорила вам в прошлом влоге, что если бы у меня было время, я была свободна, то что бы я делала, да? Как? Что они кричат? Маша. Просто держите за руки вот так, кричат Маша. Всем привет, Алексу Давия, да? Да. Дальше. Всем бравео, entes ojos, Costa Rica, playa Costa Rica. Да. Я сделала хвост. Она сделала хвост. Она не сделала хвост. Есть такие девочки, да, есть такие девочки, которые все время, покажи фотку, не говори имени, просто покажи фотку Артему. Они все время делают вот так, смотри, вот так. Типа у меня такой тонкий, стройный нос. Вроде лето, а вроде и не лето еще. Успела, успела, успела. Я вот, как обычно, никогда не снимаю выступления свои, потому что кладу телефон в сумку и иду флешки отдавать, звук там настраивать, ну, чекаться и все. Где я могу быть, друзья, как вы думаете? Конечно же, на фестивале еды. Праздник еды. О, мы приблизились. So it's going to be a very refreshing soup. Наведем. Да. С мясом? Да. Люди едят, все кушают. Это прекрасно. Сейчас она начнет. Всем привет! Вот уже второй день. А, да, спасибо большое. Посмотрите, какой лимонад. Видите? Греческий лимонад Малон Лаве. Так вот, я уже нахожусь второй день тут, но на самом деле сегодня уже закрытие. Я сегодня специально поела холодно, так позавтракала, чтобы ничего не есть. Меня пытались развести на вот эту тему. Я... Сладкий. Маленький, хорошенький. Зайчик. Маленький, спит.
Смотри, у нее красный гребешок. О, дурочка, еще хочет. Козлик, а как подруга? Это, чтобы вы понимали, это... Все кажется так мило, безобидно, на самом деле это реклама. Вот, видите? Вот как мы добиваемся отмены вкусовых качеств. Друзья, это жесть, если честно. Это просто жесть. Я должна одеть очки. Так. Чтобы было фэш. Человек, который лакшери уже без... Сейчас я делаю свои лакшери очки, говорю, и тогда... Лакшери. Да. Мы на фестивале еды, мы уже все съели, все выпили. Да, давайте чокнемся. Вот так, держите так. По лакшери. Греки так держат. Греки, да. Верим грекам. Как настроение, девчонки. Как тебе пита по-вегетариански? Отлично. Да, там просто делается пита, она делается с мясом. А мы положили туда помидоры, сыр и были йогурт. Вообще уже нет сил что-то говорить. Уже просто на релаксе на таком сидим. Мы все время ходим, где еда, где много-много еды, потому что мы все время на диетах. Мы сидим на диетах, и только поэтому нас интересует еда. Друзья, фестиваль еды подошел к концу. У нас тут уже такой между собойчик, пикничок. Малон был лучший, как обычно. Малон был, как обычно, лучший. Больше всего людей было и, по-моему, есть, хотя уже все закрыто. Были у палатки с Малон. Подожди, взяли так. Я хорошо, а у Маши две щеки набиты. Просто еду, я не знаю. Уже собираются все палатки, и да и заиграла музыка. Слышите? Кто это узнает? Ну подожди, он еще сидит. Не торопись, все нормально. Я подъеду, если ты монтаж сделать, я не могу уехать, пока я здесь. Давай. Замученной дорогой я выбился из сил. Чтобы было... Путь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Множество историй, коль желаешь, расскажу. Класс! Мои 14 лет. Я пришла на студию, на очень хорошую, классную студию. Наконец-таки выглянуло солнышко, потому что сегодня день такой дождливый и пасмурный, и мне очень везет. Всегда, когда я выхожу из салона, делаешь что-то с волосами, обязательно должны быть дожди, да. Сзади клумба очень красивая, с цветами, с прекрасными. Сейчас буду писать. Нет, не писать, а слушать будем сначала трек один, новый. И общаться с человеком, который его делает. В каком это должно быть стиле, какие звуки, как это подходит к вокалу моему. Ну, вот всякие такие темы музыкальные, интересные. И мне не хочется сегодня говорить. У меня настроение молчать. Молчать, созидать и принимать. Не хочется вообще даже шевелить языком, если честно. Все, давайте. Кстати, холодно. Ладно, надо уже убирать айфон, иначе он сейчас промокнет. И все, плакали наши с вами влоги. А вот Лена идет, смотрите. Она сейчас меня не видит, что я ее снимаю. Вот она идет. Красотка. Она мне машет рукой, она поняла, что я записываю. Лена, если ты меня слышишь, я тебя обожаю. Смотрите. Ладно, все, побежала. Но если бы вот здесь было вот так, а это вот так, и это вот так, да? Я надеюсь, вам понравился. Я не знаю, почему я так делаю. А, песни. Песни. У меня уже давно просят написать, рассказать, как я песни пишу. Хотя я сама затеяла эту тему и, короче, не говорю. Просто мне кажется, что надо в каком-то уже, другом масштабе это делать. Прям посвящать этому, совсем-совсем отдельный влог, на который, не так легко на самом деле решиться. Вот так вот взять, поднять всю историю каждой песни. Я вам расскажу в целом, как я это делаю. Иногда, конечно, беда со словами. Вот раньше песни, «Притворись небом», все, что у меня ВКонтакте висит, вот тех времен, 2011-2012 год, оно как-то лилось все само. Вот медитация объединяет одно, все темы. А вот уже
Дорогая Мария, кстати, тоже очень легко. Моя музыка, «За горизонтом», что там еще? Если, допустим, «Audio Film Sight» с «Гризли дуэт», первый куплет вообще вот шла по улице, шла домой, настроение совпало, луна, звезды, шизофрения, и как бы написала куплет. Второй куплет, я вообще эту песню сначала должна была одна петь, и когда я ехала на студию писать второй куплет, я написала в машине второй куплет, вот это вот. «Одним взглядом я убью», то, что сейчас поет Андрей Гризли. Конечно, бывает, что тебя потрясает какая-то история в твоей жизни или не в твоей жизни, и тебе вообще не надо думать, тебе просто идут слова из тебя. И тебе не надо напрягать даже свой мозг. Тебе надо просто высказать то, что у тебя на душе сейчас. А бывает, когда, ну, в принципе, у меня с музыкой всегда такая ситуация. Что бы у меня в жизни ни происходило, а вот слова остаются где-то позади и потом позже приходят. А иногда вместе. Дальше что? Моя музыка. Это вообще. Ты как будто новая песня моя. Среди людей, среди людей. Меня спрашивают, про кого песня. Я говорю, не знаю. Вот моя музыка, она такая вот. Она такая, знаете, себе на уме песня. Никого не замечаю и не держу, и по клавишам руками скажу, я тебя найду, моя музыка. Медитацию, это я говорила, я написала в Индии куплет, когда мы находились в молчании, то есть нам нельзя было говорить, мы жили в ашраме, кто смотрел «Ешь, молись, люби», там часть была индийская, вот было примерно так же. И я написала в молчании ее на листочке, вечер, пятница, то есть везде, где там вот этот речитатив, это все было написано там. Приехала в Москву, сделала аранжировку. Я сначала думала какой-то на санскрите припев, потом решила, что вкуснее будет запихать санскрит в бридж, а припев сделать русским. И родилось, вот я смотрела в окно, на Лотте-Плазу, на луну, была ночь. И я пою «Как-то мы уже найдем». Да, тема, конечно, безумно интересная, можно болтать и болтать. Я поняла, в общем, все. Я хочу сделать... Еще один влог. Продолжение следует, друзья. Смотрите, следите за мной, слушайте мои песни. Вот, бай-бай-бай.